Видите, как леса, национальность, возраст, все это в одном флаконе. Какой? Я думал, подарили, обязательно надо вернуть. Во-первых, хотел поблагодарить за приглашение, хотя, конечно, чувствую себя, раньше такое было выражение, многие, может, не помнят, но пораженные в правах. Нас позвали только уже на финальную часть, а вот это все, значит, загород, экскурсия, красота. Мы оказались лишены этого. Вот. Но тем не менее, уверен, что вы хорошо время провели. И ремарку я одну хотел сказать, как все-таки уже с многолетним стажем депутат. Никакую кока-колу, если соберетесь к нам приходить, это вообще не в русской традиции. Сообразите, с чем надо идти. Вот. Но шутки шутками, а вот то, что такое мероприятие проходит, это очень здорово. Я вот советский человек, я вырос, и вот ваши годы, ну ваши годы, наверное, уже, к сожалению, наша страна разрушилась. Но вот такого общения с представителями других государств, ну это была очень большая редкость. Для этого так вот неформально было сделать практически невозможно, в силу самых разных обстоятельств. Я просто к чему это говорю? Потому что, когда вы вырастете, вы поймете, насколько это полезно для вас в первую очередь. Вот помимо тех удовольствий, которые вы получаете во время общения друг с другом, вот, там, радости этих мероприятий, там, шутки, КВН, но вот когда вы подрастете, вы, еще раз хочу сказать, почувствуете очень большой прикладной смысл. И будете благодарны в первую очередь тем людям, которые организовали вот это мероприятие, которые стараются, чтобы ваше общение было как можно более плотным, продуктивным, чтобы вы знали друг друга не только с такой формальной, что ли, точки зрения, но и знали, понимали менталитет друг друга. Это очень-очень помогает, очень сближает буквально во всех начинаниях. Вот у меня дочка такого студенческого возраста, и я смотрю, конечно, вот как наглядный пример, конечно, она мыслит, и вот такое есть представление, понятие в боксе «разорвать дистанцию», да, вот сблизить с партнером. Вот гораздо легче ей, например, чем мне, разорвать такую дистанцию между представителями разных государств. Уверен, что и у вас это здорово получается. Поэтому я еще раз вот со словами благодарности обращаюсь к организаторам этого мероприятия, а вам желаю, чтобы понимание того, насколько это важно и полезно, у вас было с первых дней, ну и не терять друг друга, обмениваться контактами, поддерживать эти отношения. Сейчас это просто, и не обращайте внимания на нас, на взрослых, что мы там будем, с политикой, скандалы, санкции, это все пройдет. А ваши отношения останутся навсегда. Так что успехов, здоровья и мира, благополучия вам, ваших семьях, ваших странах. Спасибо за внимание.